Это я. Это очень смешно, я знаю. Можно задать вам 4 вопроса? Николай Палёный, вам известно это имя? Вам неизвестно это имя? Девушка. Да. Давайте, мы с вами познакомились и на этом ограничили наше общение. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Я правда должна задать эти вопросы? Николай Палёный — это бывший директор Верхнеленского речного пароходства, которым вы завладели после его убийства. Давайте. Знаком ли вам этот человек? Закончим нашу встречу. Вы знакомы с Альбиной Ковалёвой, которая не возбудила дело об убийстве Николая Палёного в 2003 году, будучи зам прокурора Иркутской области? Вы не можете ответить на этот вопрос? Я же сказал. Вы можете отказаться? Вы можете отказаться? Хорошо. Мы можем пообщаться на какие-то другие темы, если вы хотите. Или вам просто было интересно узнать мое имя? Конечно. Ну ладно. Если что, меня в аэропорту ждет адвокат, но это не важно. А... еще я хотела поговорить про Ольгу Лопатину. Вы знаете, что она владеет долями с организацией «Сахар Кубани» вместе с женами Цапка и Цапавяза, осужденными за убийство, в том числе детей, к пожизненному сроку? Я что вам сказал? И с этой же самой Ольгой Лопатиной вы владеете долями в отеле «Пом Гранат» в Греции. Вам ничего не известно о том, что ваши партнеры ведут бизнес с женами убийц? Я не самостоятельно. Вы не самостоятельно? Конечно. Это как? Вы же взрослый, у вас дом в Швейцарии за 3 миллиона. Бизнес свой, активы разные, юридические конторы, заводы по производству разных штук. Я читала. Но вы при этом не самостоятельны? Ваши партнеры самостоятельно. Конечно. А то есть вы не чувствуете никакого груза моральной ответственности за то, что вы сотрудничаете с такими людьми? Девочка, мы же уже договорились. Мы познакомились и на этом решили прекратить наше общение. Это вы решили, а я хотела задать вам вопрос. Вы можете сказать, я отказываюсь отвечать на эти вопросы, потому что они меня не волнуют, и меня не волнует моя репутация. Девочка, правильно? Мне не надо отвечать, да? Хорошо, извините. Ну, ответьте мне тогда что-нибудь, и я отстану. Я вам сказал, что мы с вами познакомились, и на этом давайте прекратим наше общение. Дальше со мной будут общаться уже компетентные люди, правильно? Не знаю, ну вдруг вы на меня обидитесь потом. На таких не обижаются. На каких? Таких, любознательных. Ну ладно, хорошо, то есть вы не будете мне отвечать по поводу Николая Палёнова и Альбины Ковалёвой и Ольги Лопатиной. У вас там DVD работает? Что работает? У вас там подсекает DVD работает. Вы мне предлагаете вместо этого посмотреть «Том и Джерри»? Конечно. Я смотрела ту же серию, когда летела сюда. А вас там не было. Смотрите, а вас я вижу в первый раз. Это так интересно. Я про вас только читала. Хорошо, извините, что я вас беспокою, но это правда работа такая, как у вас. Ну, чего? Паскудная работа. Ну, что значит паскудная? Общество, есть некий запрос. Общество хочет знать информацию о людях, причастных к государственной деятельности. Поэтому я вынуждена задавать эти вопросы. Поскольку это вопросы не мои лично, а это вопросы, так сказать, общественности к вам. Вот. За это, при этом я не задаю вам вопросы про вашего брата или про вашего отца, потому что они как бы отдельные люди. Я спрашиваю только про вас. Можете, пожалуйста, посмотреть. Хорошо, ладно, пойду смотреть «Том и Джерри». Извините еще раз. Хорошо.